OMTV.ua, про найголовніше. Підпишіться і не пропускайте нові відео. Обов'язково пишіть коментарі і діліться з друзями. Ми сильні, коли об'єднані. Готовят ВСУ к новому контрнаступу прямо на Крым. Давайте на фронт перенесемся. На прямой связи военный корреспондент Владимир Разин. Володь, приветствую. Что у вас сейчас происходит? Как дела у бойцов? Есть ли продвижение и погода? Я так понимаю, что нынешняя погода называется худшей погодой для ведения боевых действий. И туман, и дождь, все что угодно, и беспилотники не летают. Да, Ольга, отчасти вы правы в плане погоды, что она действительно дождливая, она достаточно грязная для ведения боевых действий, для бронетехники достаточно сложно. Но, тем не менее, продвижение с нашей стороны есть, несмотря на, помимо того, что противник сопротивляется, этого никто не отрицает, но и еще погода вносит свои коррективы. Продвижение есть на Артемовском направлении, маленькими шажочками, но достаточно серьезными потерями для противника ведется там наше продвижение. Продвижение также и улучшение своих позиций есть и на Запорожском направлении, и на Угледарском направлении. Вот Сватово-Кременная, Купянск, там в основном позиционные бои, но с достаточно большим перевесом в нашу сторону в плане поражения противника, поражения его боекомплекта, его техники, его скопления личного состава. То есть там инициатива тоже полностью на нашей стороне. В принципе, движение осуществляется по всей линии фронта. Нельзя сказать, что это какие-то большие рывки, но они, в принципе, никому и не нужны в связи с сегодняшними условиями боевых действий и пониманием того, как и где нужно продвигаться нашим военным. Но движение, инициатива фактически по всей линии фронта на нашей стороне. Что с плацдармом в районе Крынок? Нам, в принципе, Путин популярно объяснил, и популярнее вроде уже невозможно, но дни идут, а украинцы упорно, я бы даже сказала, упорото продолжают выдавать этот плацдарм за победу в Херсонской области, как если бы у них получалось развивать там успех. Что происходит? Фактически это огневой мешок, который, ну, все уже подтвердили, и западные СМИ, и украинские, и наши военные, так тем более, еще давно об этом сказали, заявили и показали, что там происходит на самом деле. Они переправляются туда, переправляются небольшими группами. Часть групп остается либо на точке переправы, где они только загружаются в лодки, потому что разведка все наблюдает и сразу же уничтожает, либо это по пути, в момент передвижения по реке они уничтожаются, либо же, ну, как только высадились на берегу, также уничтожаются. Уже, по-моему, третье подразделение там поменялось, которое пытается залезть в этот огненный мешок и оттуда не вылезти. Это не считая каких-то там подразделений спецназа, там всяких возможных подготовленных бойцов, да, не говоря уже о тех, которые каждый день туда отправляют. Но по факту это огненный мешок, в котором наши бойцы фактически не прибегают там к штурмовым действиям, не доходя там до стрелкового боя, а просто артиллерией, беспилотниками, танками просто уничтожают и уничтожают каждый день то количество, которое туда отправляют. Про фортификационные сооружения расскажите, пожалуйста, про украинские. Начинали с того, что лопатами ковыряли замерзшую землю. То, что публикуют сейчас, впечатляет. Такие грандиозные бетонные сооружения. Видно, что копируют нашу тактику, пытаются построить оборону в три линии. Порошенко съездил, посмотрел, сказал, что за два месяца окопаются. Как с этим дела? И главное, где они пытаются окопаться? Ну, то есть, иными словами, они думают, мы куда дойдем? Вот те картинки, которые они показывают, где они пытаются копировать там нашу линию обороны, которая была выстроена на Запорожском направлении, мне кажется, это выстраивается в той части Украины, где нет активных боевых действий. Это, допустим, какая-нибудь Киевская там, или Сумская область, где граница с нами, да, но фактически не ведется активных боевых действий. Потому что на
линии боевого соприкосновения, неважно, там в Херсоне, в Запорожье, в Донецке, в Луганске, вот такую стройку грандиозную затеять просто нереально, да, даже на глубине там 15-20 километров, потому что разведка работает постоянно вдоль всей линии боевого соприкосновения, особенно активной. Мы себя как-то уважаем или нет? Вот, смотрите, братья, короче, еще раз повторяю, что в это заведение участников СВО не пускают, чтобы вам было понятно, куда мы приехали, все такое. Здорово, пацаны. СВО. Да, не пускают. Пускают, да, не пускают. Да что это такое? Ну вот, спроси у него. Заур здесь? Не, Заура нет, он уехал. Нету? Он уехал. Я друг Заура, может... Пропустишь этого? Этого. Патриота. Мы ему позвонили сейчас. Ну. Сказал, нет. Нет? Нет. Если есть контакт, поговорим. Братья, короче, смотрите меня сюда внимательно. Вот сейчас, ну, мы как и проводим проверки, да, чтобы потом они не обижались. Проводим мигрантскую политику. Еще раз повторяю. Вот этот человек говорит, что участника СВО не пускаете. Да. Все. Пацаны, извините. Ну, такая хуйня, политика в Гользике не... Какой там Заур? Сейчас мы выясним, кто это такой. Вот, ребятки, выхожу сегодня утром из дома и обнаруживаю вот такую вот ситуацию. Все четыре колеса. Все четыре колеса на моей десяточке, за буковки, видать, расплата ко мне пришла. Все четыре пробиты. Пробиты все четыре колеса, видать, вот, на мои буковки. Не накачиваются, пробовал накачивать тщетно. Это наша земля, брат. Украина – это русская земля. Хотите вы этого, не хотите. И там поляки, там НАТО, кто-то хочет поспорить. Спорить с собственниками не стоит. Тем более с сильными собственниками. Макеевка, улица Фадеева. У нас уже четверо суток нет воды. Не могу помыть посуду, пожрать не могу приготовить. Обращались в госадминистрацию, сказали, что как бы проблема уже решена. Но вода так и не появилась. Единственное решение проблемы, вижу, это топить снег. По-другому не знаю, где взять воды. И куда уже нам обращаться, чтобы нам помогли. Підпишіться на канал і не пропускайте нові відео. Пишіть коментарі і діліться з друзями. Ми також будемо вдячні за підтримку нашої роботи на Patreon або інших зручних платформах. Реквізити в описі до відео.